ты тоже подсак. Ты подсак, ты подсак, и он подсак. А я чатланин, и они чатлане. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно? Отпразднуем нашу встречу. Ну, со свиданницем. За это дело до дна. Не пей. Почему? Обидеть хочешь? Гостя обидеть? Тише, не дома. Не учи меня. Я глазом моргну, министр спишется, выразу сожаление и все. Хоть дома, хоть не дома. Пей. Не пей. Почему? Вино отравленное. Какое? Отравленное. Что придумал, подлец? Каких же пределов раскинется город Йоки? Йоки. Если он и теперь тянется вот от канавы до другого своего края. Да, хватает тут домов. Не дам я тебе ритё грудям припущать. Коли родился он горькую годину, пущай не знаете материнского. Так что мне делать, как мне мыть, как Марусю полюбить? Я мчит, не гони. Кто это? На себе. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский. Так бы и сказал. Физкульт, привет. Дорогие мои сограждане, я про себя, так сказать, скажу, кем я, так сказать, был при драконе. Ну, кто я? Сумасшедший. Простым сумасшедшим. Но я рос, я развиваюсь, каждый день я развиваюсь, и теперь я как он, то есть как, ну, вы, как вообще, так сказать. Вот именно. Ничего, Витя, прорвемся. Спой, Рай. Видишь, нет благородных людей в России. А вон их сколько. На каторгу. За меня готовы идти. Проверка. Она всем проверка. Афандрик! Афаня! Его нет! Идите спать! Вы пьяны! Ты куда? А ну-ка, зажги свет, садись и учи. В середине 19 века Германия была аграрной страной. Аграрной.